Борис Канака, письмо Богу. Это произошло в конце 19 столетия. Петербург, канун Рождества. Залива дует холодный пронизывающий ветер. Сыплет мелкий колючий снег. Цокают копыта лошадей по булыжной мостовой. Хлопают двери магазинов. Делается последняя покупка перед праздником. Все торопятся побыстрее добраться до дома. Только маленький мальчик медленно придет по заснеженной улице. Он то и дело достает из кармана ветхого пальто озявшие, покрасневшие руки и пытается согреть их своим дыханием. Затем идет дальше. Незаметно опускаются сумерки. Прохожих становится все меньше и меньше. Мальчик приостанавливается у здания, в окнах которого горит свет. И, поднявшись на цыпочки, пытается заглянуть внутрь. Немного помедлив, он открывает дверь. Старый писарь сегодня задержался на службе, ему некуда торопиться. Писарь сидел и с горечью думал о том, что ему не с кем встречать Рождество и некому делать подарки. В это время дверь отворилась. Старик поднял глаза и увидел мальчика. «Дяденька, дяденька, мне надо написать письмо», – быстро проговорил мальчик. «А деньги у тебя есть?» – строго спросил писарь. Мальчик, теребя в руках шапку, сделал шаг назад. И тут одинокий писарь вспомнил, что сегодня канун Рождества, и что ему так хотелось сделать кому-нибудь подарок. Он поднял чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернила и вывел. «Петербург, 6 января, господину...» «Как фамилия господина?» «Это не господин», – пробормотал мальчик, еще не до конца веря своей удаче. «Ах, это дама?» – улыбнувшись, спросил писарь. «Нет-нет», – пробормотал мальчик. «Так кому же ты хочешь написать письмо?» – удивился старик. «Иисусу». «Как ты смеешь насмехаться над пожилым человеком?» – возмутился писарь. И уже хотел было показать на дверь. Но увидел в глазах ребенка слезы и вспомнил, что сегодня канун Рождества. Ему стало стыдно за свой гнев. И потеплевшим голосом он спросил: «А что ты хочешь написать Иисусу?» «Меня мама учила просить помощи у Бога, когда трудно. Она говорила, что Бога зовут Иисус Христос. А вчера она уснула, и я никак не могу ее разбудить. Дома нет даже хлеба, я так хочу есть». «А как ты ее убедил?» – спросил писарь, поднимаясь из-за своего стола. «Я ее целовал». «А она дышит?» «Что ты, дяденька, разве во сне дышит?» «Иисус Христос уже получил твое письмо», – сказал старик, обнимая мальчика за плечи. «Он велел мне заботиться о тебе, а твою маму забрал к себе». Старик подумал: «Мать моя, уходя в мир иной, ты велел мне быть добрым человеком и благочестивым христианином. Я забыл твой наказ, но теперь тебе не будет стыдно за меня».